Тюмень официально готова к зиме. Город получил паспорт готовности после проверки Ростехнадзора. На комиссию заявились 406 управляющих компаний, в ведомстве которых 3709 домов. Однако 56 требований игнорировали, столько же не предоставили пакет документов. Администрация города отправила черный список в Госжилинспекцию. Трудности возникают и с подготовкой аварийных многоквартирников, многоквартирных домов с печным отоплением. А вложения требуются большие, поэтому управляющим компаниям, обслуживающим такой фонд, выделяют субсидии. В этом году их размер составил 19 миллионов рублей. Денег на это из бюджета выделяется с каждым годом все больше и больше. А напомню, еще буквально 3 года назад деньги из бюджета на данную статью расходов вообще управляющими компаниями не истребовались. По одной простой причине, что механизм и алгоритм получения субсидий был крайне сложный.